Экспедиция покинула Саратовский берег. Судно Великой Отечественной войны, бронетанкеры и тральщик отправились в Камышин. Межрегиональная экспедиция «Реконструкция» по волнам памяти 2017 посвящена 73-летию со дня освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Корабли были пришвартованы около 3-го и 4-го причала в городской набережной. В Саратове экскурсии на судно были доступны в течение 2 дней. Любой желающий мог поближе познакомиться с устройством кораблей абсолютно бесплатно. Чтобы не только взрослые, но и дети узнали об истории России, сотрудники регионального управления ФСБ организовали экскурсию для учеников одной из школ-интернатов. Управление ФСБ России по Саратовской области считает важной задачей историко-патриотическое воспитание подрастающего поколения. И именно поэтому сегодня была организована экскурсия для детей подшефной школы-интерната на боевые корабли времен Великой Отечественной войны. Экспедиция началась 20 мая в Тольятти, где местными специалистами и были восстановлены корабли. Команда из 12 человек держит путь в город Керчь. Впереди еще 5 городов.